Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд обычной базы Player 7852, для которой понадобится одна C4, пару обычных топоров и, возможно, еще и кирка. В прошлый раз, когда я тут был, мне пришлось завалы добывать. Я не вижу, тут руда есть. Нет, не руда, а это известняк. Чтобы открыть ящики. Но в этот раз только деревья. Это хорошо. Готово. Всего на этой базе 4 ящика, несмотря на то, что тут пол железный. Ну, еще известняк, вот руда растет из камня, блин. Ну, ладно, это не так важно. Здесь мы забираем это. Короче, все заберу. Как видите, я не шутил, кирку я взял с собой специально. Такс. Это заберу. Это меня не особо интересует. Так, тут у нас есть броня спецвойск и ВСС. В принципе, неплохо. И последний ящик, он пустой. В общем, вот такой вот лутец за одну сишку. Смотрите сами, будете вы это взрывать или нет. Единственное, что тут осталось, это пикап. Я смотрел, а нет, тут бензин есть, кстати. Не зря зашел. Бензинчик сразу сюда, и можно отсюда сваливать. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.